меня не вовремя накинули аркан. Я засосал стакан и в Ватикан. В жизни Высоцкого суперзвезды многого и не было. Например, мирового турне. Хотя путешествовал он немало, от Северной Америки до Таити. Но не с гастролями, а как турист. И во многом благодаря жене-француженке. Те, кому довелось пожить за границей, особенно ценят его песни. И даже пишут ему посвящение. Он заплачет и споет песни душу. Так захватит, будто кровушку прольет. И умрет, да хватит. Я просто жил 2 года в Америке и, к своему удивлению, увидел, что через полгода я купил в русском магазине диск Высоцкого и слушал прямо полгода без остановки, потому что в нем есть вот эта соль дворовая русского человека. Спасите наши души.